Сегодня у нас хворост. Попробуйте и мой рецепт. Нам потребуется 3 яйца, столовая ложка воды, щепотка соли. Ну и мука, конечно. Взбиваем яйца. Взбиваем. Теперь водичку наливаем. Соль. И понемножку засыпаю муку. Стакан муки засыпала, но муки еще маловато. Теперь насыпаем муку на стол и вываливаем тесто. Тесто должно получиться очень мягеньким. Теперь дам постоять минут 10-15, потом буду раскатывать. Еще раз тихонечко помнем тесто. Еще на 5 минут закроем. Делим тесто на 4 части. Теперь катаем кружочки. Берем один кружочек и раскатываем очень тонкое тесто. Ножичком нарезаем ромбики. Небольшие ромбики получились. Их можно оставить просто ромбиками. Можно в центре сделать небольшой прорез и сделать хворост фигуристой. Какими-нибудь штучками получаются. В общем, как хотите, все зависит от вашей фантазии. Теперь будем выпекать в горячем кипящем масле. Масло наливаем много, хорошо разогреваем его и начинаем жарить. Кладем по несколько штучек. Выкладываем сито или дуршлаг, чтобы все масло стекло. Из-за яиц тесто поднимается, поэтому тесто нужно раскатывать очень тонко. 1 миллиметр, наверное, тесто у меня. И то поднимается у меня сколько. Старайтесь на тесте оставлять как можно меньше муки, иначе масло быстро будет пачкаться. В горячем виде, пока хворост еще не остыл, посыпьте сахарной пудрой. Наш хворост готов. Приятного чаепития. Будьте здоровы, живите богаты.